Адмирал Канка. Ну это типа Канка медовый, да, и ДБ Кэрри все-таки так резольно своем этом сигнатурном. Нет, это Зевс медовый и ЕС четверка. Блин, ну единственный стан вообще в команде это ЕС четверка. Это не очень надежно, нестабильненько, так скажем. Батарейку лишнюю. А зачем он батарейку нажал? Не знаю. Нет. Тут еще Сакси прилетел. А тут атака, а тут ТП от Кунки. ТП от Кунки, да. И Саксу ловят, Саксу. Ну, убьют Саксу, конечно, еще и тут ручкой машут ему. Резолю ФБ оставляют. Вот Ниша какой, смотри, нежадный. Даже не стал за это ФБ бороться. Говорит, забирай резолю. А резоль такой, вот. Так вот делаем уже и ФБ. Сразу камбэк. Че там Фурион по фарму чемпион? Да, Халк. Показывай. Ну, ультфрёнки, так, Дон Бракер падает туда, да, и тут все, скитер приплыл. Дейсни Кинг, а нет, живет 10 тиков. Они как будто даже не думали, что его убивать надо. Скитера? Вот, он Дейсни Кинга. А, да хер на него. А, он вернулся. Ну, вот он примерно так и должен был сдохнуть, только от ДБ. А он просто подошел, смотри. Да? Домик ебли! Пентхаус секса. И скитеру очень плохо, скитеру. Но рядом есть Снекинг. Ой, стена! Кто пиздел, что не нужна? Вот и она. Ой, еще ульт Фуриона прилетает. Ну, это ульт. И ульт Зевса. Там Ниша где-то сдох, но здесь разменяли. Поймет ли он ситуацию? Нет, скитер, как обычно. Ну, еп. Ну и ладно. Летит сюда Бадон, но он, конечно, не успеет сюда уже никуда. Как бы самому Бадону пизды еще не дали. Оу, Найн, подсасывают его, но он на хосте ему, поэтому не страшно. А сзади Саксис туза заходит прям резко. Но есть уже пайп, поэтому урона маловато. Ставится яйцо такое, полузонище какой-то. О, заяц, как же в Найна влетел красиво, отталкивает его. Надо было закрыть, да, что он его не закрыл-то? Ошибся? Но думал, команда пизды даст. А команда не дала. Ну там Зевс на хосте еще. Как это говорить, по-английски, когда ушел, ничего не сказав? Я забыл. Так, ладненько, тут замес какой-то. FNG, деслаг. Надо паузу поставить. Поставьте паузу там на турнире своем. У нас тут дес лагает. О, как же трахает их резолюшн. Иллюзия стакинга скитера в смысле вырезала. Скитера трахает, скитеру больно. Вот как раз таки тот самый тимфайт, о котором был разговор, что его крайне тяжело выиграть. Ну и как мы видим, собственно говоря, у Тундры его выиграть не получается, этот тимфайт. Ну Тундре нечем в тимфайте драться. Вообще нечем. Только у них концепция драфта немножко нарушена. У них типа Фурион, который сплитит. Вот, и как будто бы должна быть по этому поводу еще какие-то должны быть герои, которые как-то участвуют в этом всем сплите. То есть более активная пятерка какая-то с контролем, под которую можно было бы что-то где-то кого-то ловить и так далее. И может быть более активный керри, либо более активный мидер, то есть одно из двух. Но в итоге у нас весьма статичная Луна и Зевс, который просто долбит крипов, и Абадон, который ни хера не делает, только пизды получает. К сожалению. А у него уже 0-5-0. Ребят, 2-2. И похуй! Максимально будет уже ему, поэтому как бы... Тут уже недолго осталось. Это мы не в 90-х, блин, находимся, где никто не слышал про интернет. Но до сих пор это почему-то именно так вот воспринимается очень часто. Ну тебе похуй, блядь. Ой, ебать тут замес! Какая же стенка, стяжка в скитера, там иллюзия луны, она убивает потихоньку саму луну. Все в БКБ, удар от Кунки, очень больно. Погоня за хаком, у него БКБ нет, поэтому он тоже умирает, ну и игра за... Это был момент, в котором Тундра проебали игру, ребят. Это был он. Так, Развалюшен. Эй! Оу! Блин, Развалюшен это пизда, по идее. Но спасти его уже вряд ли получится. Ультимейт от Зевса пошел. Кристаллис на развороте. Сакса после байбека погибает. Погоня продолжается. У Найна уже там скиллов толком нет. Его тут должны убивать. Ультимейт от Луны. Все, в Зайца. Ну, Зайцу не особо больно. У него еще и Глиммер. Да, Фурион пролетает сюда, дерется с Кристаллисом, Кристаллис пока что заперт, Ниша просто за Скитером гонится, у Скитера сейчас кончится, да, кончается БКБ, но даже если бы оно у него не кончилось, все равно там уже хукшот открутился, Заяц в любом случае разбирался, вышка падает, неожиданно. Да, правда, глиф используется. Резолюшн здесь, форстаф у него. Очень круто, Кристаллис запрыгнул. Там скитеру пол хп сорвал. Может быть, стоит делать ТП, но не получится делать ТП, потому что Заяц вновь. Шикарная игра от Зайца. Как же Заяц в этой игре на самом деле хорош. Он всегда в нужном месте в нужное время бахает
А ультимейтами никому не дает улететь. Нападение на нишу. Ниша жмет БКБ. И телепорт. И тут вот сбить нечем уже, да. Успевает нишу улететь, у него еще там на самом деле с запасом было. Он все практиковался и практиковался на тройке. Все больше и больше. Ну и по идее должен играть неплохо. По одной игре судить сложно. По одной игре Тундер, где они напили какого-то дерьма. Опа, ой, 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 Дахак, БКБ, не жмется, КД что ли было или не было. Дахака пока спасают, Дахак на развороте, по кристаллю все работает, кристаллица БКБ есть, нажимает БКБ, вынужден. Зевс ультимейт нажал, ну и ультимейт Фурион еще пролетает. И Сакса вкатился в помойку, плохой ультимейт от Феникса весьма, потому что, ну, слишком далеко все-таки получилось. Ну ладно, ниша кидает корабль в бухту. Стенка пошла, из стенки луна вывалилась, это главное. Луна там пипец наваливает, луну кто-то убил эту иллюзию. А, ну, луну саму убивает, всех уже убили здесь, кроме Дахака, который куда-то съебал. И, в общем-то, Дахак такой, куда я попал, блядь, говорит. А вот реально непонятно, куда он попал. Это был момент, где они закрепили свой проеб, кстати, в этой игре, если что. Надо ТП, но тут... Он блочит, блочит от зайца! Гения! Дахак! А вышку? И вышку сломал! Ай, да как солирует это говно. И тут Кристаллис. Но тут, кстати говоря, чуть ли не один остался. И да как уже в него, блин, да как? Сука. Он солирует это говно. Ну, в принципе, он все равно лучше, чем вся его команда вместе взятая, если что. Потерял кучу хп, нажал сатаник, Куда? Заяц. Не очень понятный врыв. Домик ебли. Кристаллис. О, стеночка ставится на скейтера, трахает его желюзи, убивает он ее пока что. Заяц еле живой, ниша тоже еле живой, но ниша кидает корабля. Сатаник ТКД, Кристаллис тут бегает. Проблемки у Фуриона, это Дахак, он погибает. Пытается скейтер как-то драться, Абадон байбекается, у Кристаллис проблем, Сакс покатился. Вкатился в Резоле, это немножко не то, Резоле еще простафает. Заяц, это лучшая комба и дабла, как мы видим. Как же они разваливают и сейвят друг друга. И в итоге Заяц влетел один в пятерых практически. Ну окей, Доунбрикер с ультимейт еще поддержала. Но его там не смогли убить просто-напросто. Ну и Фурион мертвый. БКБ не нажалось, походу, может, КД было. Именно в этот момент непонятно. Так, Резоль здесь назад в порт возвращается. Еще Ниша бутылку забузил. Удобненько. Заяц опять полетел, а скиттер нападает. У скиттера БКБ нет, поэтому он просто умирает с раскруточки. Старбрикер делает дело. Снэкинг получает... One Punch в лицо. Ну, Найн пытается как-то там что-то отдефаться. Это дело, что это все не стоит выеденного яйца. Тут у меня крипы, но и, я не знаю, почему Тундер не хочет ливнуть. У них двух коров нет 50 секунд. У них нет крипы. Ну, хотя до конца попиздится. Снэйкинг вот уже попиздился как раз, смотрите. Оп. Вот так выглядит пизделка до конца, если что. А вот и Заяц, он тут толкает Саксу. Саксе тоже плохо, Саксу просто Кристаллис убил. Какой тут АКС-тата у Кристаллиса? 21-18. Ебанешься. 7-1-27, 12-1-17, 1-1-24. Только Заяц три раза сдох. Но это... Он клокер все-таки влетает. Ему положено. О, 0-15. Ребят, дважды плюс один похуй. Если что, Саксе. То есть он как бы... Он на две игры... Уже отыграл. И еще и задел на следующую сделал, типа. И говорит, и там будет сразу немного похуй мне. Вот так вот. Ну, получается, что все-таки Доунбрикер тройка. А что-то у Шамана четверка. Вот как-то так. Блять, в чате миллиард человек. И я такой вижу чела, который спамит про ранги. Ранги, ранги, ааа! Ты успокойся, епта. Ой, языком держит! Может быть, это и не язык? Куда Резоль-то пошел? Погулять? А что? Гуляет. Так, Снэйкинг. Пизды получил? Какая нелепая смерть. Скитер что-то крутится, но, в принципе, насрать на него всем. Кайфует. А сверху замес! Держит скитера. Он крутится, но его можно просто с руки забить. Заяц так и делает. В итоге скитер погибает. Но сверху разъебка пошла от Зайца и Резоля. Пробивают кабину. Тут главное, чтобы Джаггер хотя бы что-то качал. Так, проблема у Снэйкинга. А раскрутить нечем. Раскрутить нечем, но хватит дэмэджа и без раскрутки. Огромный дэмэдж просто у Резуля с руки. Ну и у Зайца там тоже дэмэдж имеется. И убили Снэйкинга в очередной раз. И тут еще и пачка пушится в Резоле сейчас. Реально гуляет. А сверху ебут, везде ебут и пупей. Да, ой, геймплей, конечно, у него
Игроков все набрал нормальных в команду опять. И ходит, смотрит, что происходит. Так, контроль лютый. Видишь, два крипа таких, ну, типа, абсолютно обосранных, да? То есть, я понимаю, там гарпия какая-то, например, и сатир хотя бы с пуржом. Ну, просто он пока не может взять кентавра, потому что у него левел просто маленький. Но у него, типа, ну, у него этот, какой-то сатир, душекрат и кобальт-бригадир. Короче, крипы заебись. Ну, хотя бы сатир душекрата ауру манергена иметь там. Зевсу манергена. Так, а недалеко ли Ниша полез? А, видимо, недалеко. Так, Дахак, здесь четвертый левел прокачки. Дахак, ты куда прилетел-то? Ой, ай-яй-яй, больно в ноге. Не хватило маны, не хватает маны. Он летит, улетит! Дядя, не надо, Дахак плачет. Рип. Нет? Ну ладно. Я думал, там все. А вот и он! Да как ты выживает на 10 хп? Блин, раньше бы нажал, убил бы. А вот Сакса в итоге умирает все-таки. Ульт был ради него. Пей! А, уворачивает от всего! Что? Как? Это не язык, это язык, не язык. Не понимаю, резолюшн засосало. Старбрикер пошел, музыка пошла. И тут уже Ниша. Ой, как плохо, ой, как больно. Ну, эта игра уже закончилась, если что. На скане. И просто займу сейчас позицию. Пупей может даже немножко затанчить. Да, Пупей так и делает. Подставляется типа Пупей. Но на самом деле у него еще мека. Его так просто не убить. Пупей до сих пор живет. О! Блять, этот полет в помойку от Снэкинга. Но ему уже вообще поебать, у него 9 смертей было до этого момента. Уже 10. В это время снизу еще и Найна держит за жопу. Резоль раскручивается, закручивается, и Найн тоже погибает. А сверху еще и вард шамана заканчивают страдания в змеюке очередной на карте. Аванпост уже захвачен, 11 тысяч. Ну что тут сказать? Тут просто вынос тела вообще без идей. То есть им прям очень тяжко. У них слишком побитый Феникс и Джаггер, и слишком большой Шаман и Донбрикер, что более важно, кстати говоря. Шаман умер, Скитер пока что крутится, яйцо стоит, яйцо сломали. Скитер пока что находится под Рапчером, ему неприятно, и он закономерно получает пиздов, потому что на него напали Донбрикер и Бладсикер в БКБ. Никак не выжить от этого. Опа, Мэтчслейер у Резоли, нихера что придумал. То бы еще бы, и он сдох, заяц! На Снэкинга держит, падает сюда Резоль, убивают моментально Снэкинга, и Сакси тоже плохо. Ну тут Дахак, дорогие друзья, где дэмэдж, блядь? Ай! Ладно, Дахаку похуй на Рапчер, ну как похуй, относительно... Ой, хил, пошел еще хил. Дахак дерется с Кристаллисом до конца, харкает в него, Дахак поплыл туда, поплыл сюда, обратно плыви. Там уже Воида убили, Сакса еле живо убегает. Феникс байбек прилетел, но яйца у него нет все равно. Джиггернаут шрайоб зидит по лесам. У Джиггернаута вроде более-менее что-то есть, но... у противников слишком много, да как убивают? Нет, 0-1-1. Пока что, когда... Ничего не попорчен. Больше лучше не умирать, конечно. Что, фрагов явно они уже больше не сделают. Так, прыжочек на Саксу нападают. Также и на Найна, его тоже убивают, и... полетел Кристаллис за Снэкингом, но Снэкинг, по крайней мере, уходит с ТП. А нет, не уходит с ТП, потому что Ниша здесь. Извините. Пройдемте, Кристаллис двоих убивает, 6-0-1. Но Кристаллис в итоге свой статут поправил. Да как так с 0-1-1-то и летает? Где-то снизу. У меня счет 2-5-1. По крайней мере, не 1-5-1. Так, нападение на Дахака. Или это Дахак нападает на кого-то? Пытаются все убить Резолюшена. Как же ему похуй на них на всех. Так, погодите. Нет, не погодите. Все. Дахак, все. Закончился Дахак. Герой не работает. Владмир не работает. Птицы не работают. Ботинка нет. Куда? Найн. Мансит. Красиво? Нет, некрасиво. У него было два астрал-степа, но он забыл нажать даже один. А, бывает. Так, выкидывается почему-то иллюзия. Ой, как много дэмэджа, прыгнул туда заяц, за контроль там пару героев.
Правда, погиб, конечно, яйцо Феникса ломает Кристаллис вместе с Ризолем. Но Дахака нападают, Дахака проблема, Дахака пока что свалил куда-то на базу. Погоня за Найном, у Найна Астрал Степ имеется. Можно сделать этот самый Астрал Степ. Стоит уже, наверное, его делать, хотя может не стоит. Найн прыгает куда-то в сторону Ниши. У Ниши, кстати говоря, проблемки определенные. Крутятся здесь Джаггернаут! I'm Джаггернаут! Бич! Даже Нишу не смогли убить, хотя пытались. Ну, пишут Тундра ГГ. В принципе, честно сказать, возможно, даже в игре Spirit против D-Boosters было больше борьбы, чем в этой игре. 18-2-15 у Ризоля. 6-0-23 у Ниши. Но 18-2-15 так как-то выглядит, да, как будто бы супер-гигачат.